Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня вы на канале Lucid.ru, и мы смотрим с вами натуральные топазы. Сегодня у нас два поставщика. Это компания Silver и компания Циркон S. Начну с самого красивого украшения с топазами, которые есть в нашем магазине. Я думаю, что им очаруются очень многие. Посмотрите, какая россыпь натуральных топазов. Обратите внимание, очень хорошо они все вставлены. Заканчивается это необычно, как крапана такой заглушкой, а вот таким вот расплющенным кружочком, что дает возможность, во-первых, не цепляет платье, а во-вторых, это дает возможность камням как бы, ну, более плотно сидеть, да, то есть дополнительная такая закрепка. Очень хорошенький замочек, видите, два дополнительных элемента и плюс вот эта вот пружинка. По размеру приблизительно 17,5-18,5. Посмотрите, какая красота и прелесть, и я прям сегодня целый день буду подбирать к нему комплекты. Вот такая вот красота. Браслет этот у нас будет стоить 35 500. У тех, у кого есть накопительные скидки, у нас они у многих более чем 10% и 15%, если это максимальная скидка, я думаю, что для вас он будет особо интересен и привлекателен. Шикарный совершенно браслет. Посмотрите, редкие, конечно, изделия. Одномоментно все по тону топаза хорошо подобраны. Вот такая вот красота. И смотрите, что мы можем к нему сразу подобрать. Посмотрите, как хорошо у нас завод Циркон, да, сделал украшение, которое идеально тоже подходит к этому топазу. Я так и буду сегодня целый вечер крутить его в руках. Артикул на сайте 2569. Хотя, в принципе, все украшения вы можете найти на нашем сайте, сделав просто вставка, топаз голубой, и все их будет видно. Вот такой вот. Вот такого варианта серьги. Длинный достаточно, занижен очень много крючок, да, и получается, что сережечки у нас заваливаться не будут. И перстень к этим серьгам у нас размер 18. Видите, не могу расстаться с браслетом, буду сегодня вас немножко мучить, но мне кажется, смотреть на него прям неимоверное удовольствие. Посмотрите, как к этому... Ой, браслет, у меня же дыхание захватывает. Прекрасно подходит, да, вот топазы от завода Циркон. Не все топазы одинаковые по цвету, но вот такая, посмотрите, какая красота. Причем вот это можно рабочим гарнитуром использовать, а это явно, конечно, выходной вариант. Мне кажется, это явно не каждодневные вещи. Вот, мы писали уже топазы от завода Циркон, но, к сожалению, с видео произошел какой-то спам, оно у нас все засветилось, и поэтому мы решили продублировать. Также к этому браслету, посмотрите, какое роскошное колечко. Ой, с артикулами здесь вообще беда полная, поэтому просто выбираем топаз Циркон, топаз голубой и бренд Silver. Посмотрите, какое хорошее. Оно как бы дорожка, но грамотно сделано, видите, расширено, как бы кверху идет, да, и вот здесь ничего нет. То есть я не могу его померить, оно, к сожалению, 17 размера, да, 17 размер, видите, вот так я могу только его примерить. Ну, прям смотрится очень эффектно. Мы сейчас браслетик к нему приложим. И к этому колечку вот такие вот длинные серьги. Мне кажется, серьги прям вечер, хотя и наша Ирочка померила, это не волшебно смотрится. Опять же, посмотрите, как хорошо занижен стифт, и если есть какие-либо проблемы с мочкой уха, то вот эти все топазы вам их прикроют. Не очень они тяжелые и прекрасно отцентрованы. По весу сережки получается 9,2 грамма. Посмотрите, какая вечерняя красота. Мне кажется, на отдых. Мне очень хочется, чтобы в этот раз топазы получились действительно такими по цвету, как они есть. И, конечно, эту красоту я вам все видео сегодня буду ее показывать. Вот такой вот комплект. Далее у нас идет комплект также от завода компании Silver. Вот такое колечко у нас здесь, размер 19,5. Буду мерить на 19,5, посмотрите, какая прелесть. И серьги. У серег застежечка, видите, а-ля клипса, то есть можно для себя немножко нажим этот подредактировать. Крючок достаточно тоже хорошо, видите, полсантиметра здесь занижен. И вот по восходящей, видите, букет топазов. Прям очень красивый комплект, и понравился у нас новый поставщик. Это все, к сожалению, не российское производство, но по качеству прям нареканий нет. Шикарно сделано, серебро плотное, хорошо утрамбованное, напоминает наши питерские изделия. Опять же, посмотрите вместе, как это эффектно смотрится. То есть браслет мы специально брали под вот эти комплекты, чтобы было, что называется, с чем его приобрести, да. И более простой вариант, например, комплект весна 2389, 16,5 топазик, кстати. Здесь у нас
Крючок идет практически вровень, немножко швенза совершенно превышен, но сережки не тяжелые, но по цвету они тоже подойдут к нашей красоте. Посмотрите, как хорошо. То есть масса вариантов, да, с чем его можно будет примерить. И еще вариант — это топаза голубого. Он, конечно, вот этот комплект, я думаю, что он не сядет к этому браслету, но мы все равно посмотрим. Артикул на сайте 22.19, классически выполненное изделие, когда крупный камушек идет в оправе фианита. В данной ситуации, как правило, такие вещи делают в белом золоте и идут, конечно, по краям бриллианты. Ну, топаз, белое золото, бриллиант — это уже такой как бы нонсенс сегодня, поэтому в серебре это смотрится все очень правильно. И 17 размер, я, видите, прям на себя так плотненько надела на 17,5. У сережек тоже самая текстура серебра, фианиты по краям, камень работает хорошо на просвет. Швенза у сережек идет практически вровень, немножко приподнята, но центр тяжести идет по низу, поэтому вес у них совершенно небольшой, заваливаться они не будут, но если у кого-то плотная мочка и высокий прокол, ну, скорее всего, не ваш выбор, да, но вы, как правило, знаете свои вещи. И опять же, видите, по цвету он хорошо. Есть некоторая такая доля здесь, хотя браслет сам по себе искрится, поэтому, может быть, и фианиты здесь как раз опять-таки окажутся в кассу. Дальше мы смотрим более такую спокойную, наверное, классическую форму, более строгую. Сейчас я колечко найду. Здесь у нас квадратной формы топаз, он на ромб развернут, два маленьких фианитика, зато здесь размеры 18,5, красота. Меряем. Ой. И второй комплект у нас такой, ой, второй комплект сережки к этому комплекту, артикул на сайте 249. Смотрите, немножко на излом идет английский замочек, тоже речь идет не о плотной мочке уха, да, как бы, все-таки про нежную мочку уха мы сейчас говорим. Посмотрите, рабочий такой гарнитурчик, очень хорошенький, мне кажется, на повседневный костюм прекрасный вариант. Еще один вариант спорный, не знаю, сядет ли он к нашему любимцу браслету, но мы попробуем. Здесь у нас идут, видите, в оправе цветочки, обыкновенный, опять же, топаз, 18 размер, артикул на сайте 240. И 18 примерю сюда вот. И сережки, смотрите, что у сережек хорошо. Опять же, если есть какие-то дефекты в проколе уха, то здесь прям порядка сантиметра разница высоты между крючком. И очень тоненький, очень коротенький, вернее, сам крючок, да, то есть получается прям тоненькая мочка уха. Реально, если вот проблемы с ушком, они, ну, не как пусеты, но близко к пусетам сядут и уйдут высоко вверх. Вот такой вот вариант. Вы знаете, тоже вот, мне кажется, ну, можно. Не ах прям, конечно, первый самый длинный комплект мне больше всего понравился, но в принципе по цвету топазы попадают хорошо. Дальше два комплекта у нас очень ярких. Это у нас бабочки, которые мы с вами уже смотрели. Занижен хорошо крючочек, швенза открывается превосходно. И, конечно, плотная мочка уха — это ваш вариант и ваш выбор. И вот такая вот красота. Артикул на сайте 24.16 и размер колечка 19,5. Браслетик будем мерить, будем экспериментировать. Хорош комплект, хорош. Но здесь, видите, немножко топазы более сочные, видимо, потому что они все-таки по размеру покрупнее значительно, и серебра здесь побольше. Они, конечно, смотрятся более насыщенными. Ну и по стилю я бы сказала, что вот они прям совсем дерутся, но нашу красоту мы сегодня будем разглядывать до конца. Не знаю, я прям очарована им. И еще один комплект. Классический такой цветочек выполнения, опять же, три топаза и три крошечных фианитика, 17,5 размер. Опять же, длинные вечерние серьги, на замочек, на сережке идет практически вровень, швенза приподнята, но за счет того, что швенза приподнята, я думаю, что с центром тяжести у нас ничего не случится, да? Вот такой вот вечерний, не буду даже мерить, видно, что прям, ну, вообще, вот они из разных опер, даже не будем с вами пробовать. Еще один женский такой нежный, прям девичий комплектик, крошечные здесь совершенно топазики. Я знаю, что есть женщины, которые очень любят такие миниатюрные изделия. На самом деле работа тяжелая, кропотливая. Представляете, вот такие малюськи по краям топазы поставить. И колечко здесь, кстати, 18 размера. Вот. Но кто-то любит такой стиль. Для меня, мне кажется, он маловат, но настолько он милый. Если вы любите, носите, то это, конечно, замечательно. Сережечки маленькие, хотя достаточно широко открываются. И посмотрите, по длине
как бы крючка, и по длине швензы можно даже вот и на плотную мочку уха, и на прокол. И такие они милашки. Для тех, кто вот... Есть женщины, которые боятся, да, крупные украшения носить. Опять же, про дресс-код мы сейчас вспомним, потом нас будут все ругаться. Но посмотрите, вполне себе можно. И на прощание я все-таки вас еще раз помучу вот этим комплектом, который, мне кажется, лучше всего подходит к нашему красавцу-браслетику. Я думаю, что вы получите удовольствие. Может, кто-то задумается о покупке, потому что он всего один. Посмотрите, насколько же хороши эти серьги. Прям вечер-вечер. И вот такой браслетик. Мне кажется, такой красивой картинкой приятно заканчивать просмотр сегодняшнего видео. Я думаю, что вам понравились голубые топазы, они практически уже сегодня классика. Поэтому заходите, получайте удовольствие, мы всегда вас ждем в нашем магазине luchet.ru. Если есть вопросы, сфотографируйте любое украшение на телефон, отправьте нам WhatsApp, который указан здесь и в приложении, и мы всегда вам рады ответить и помочь с выбором. Всего вам хорошего, до свидания.